Мне уже почти 40. Нет ни жены, ни детей, ни машины, ни квартиры. Натуре адам мамантхой. И этот снова здесь, а? Каждый раз с новой женщиной приходит. Хорошие часы. А ты знаешь, сколько часы эти стоят, а? Сколько? Много. Да ты же обещал, что завязал с картой. Да так просто, на спички играем, не вот. Вот этот, все ваш. Вызывали? Ты в випку сходил? Так там же Алпамос. Вот именно, он уже 2 часа там, а там очень серьезные люди в карты играют. Флэш-рояль. Оп! Это что? Что ты здесь делаешь? Часы ищу, которые дорого стоят. Если нас поймают, то посадят. Да они меня вообще убьют. Думали, я вас не замечу? Вам нужны деньги. У меня вот работа стоит. Давайте поможем друг другу. Фу, как вспомню, я бы никогда не встал бы проституткой. Раздевать все вам говорю. Время же идет. Играла в сутью, которую не берет взятки. Кстати, смотри. Я фантастику не люблю. А ты точно обычный электрик? Ты, походу, с Гульна встречаешься, да? Айдарик, ты что, левач, что ли, а? Слушай. Какие же вы жалкие, а.